Так, ну чё, все, погнали. Делаем дальше. Продолжаем работу. Так, сейчас вот здесь пока вырезать не буду. Сейчас для начала вырежу вот здесь вот этот кусок. Вот так вот. Шух. Как раз это подкрепление брозговика. Вот. Вырежу этот кусок. Сейчас здесь наварю и здесь сделаю фиксацию. Скорее всего, заморачиваться не буду, просто приварю сюда и все. Потому что с Коляном поговорили, разбирать не будем. Крыло сниматься не будет. Так что поэтому будем все заваривать на мертвяк. Так, подвеска, кстати, рабочая. С подвеской надо будет что-то думать. Пока не знаю. Пока не знаю, надо будет думать, потому что у нее вот здесь вот болт не прикручен. Там, по идее, гайка заварена, болт в кривую закручен, как я понял. Но это попозже будем решать этот вопрос. Как его решать, пока не знаю. Но попозже решу. Сейчас задача это вот крыло, потому что здесь, скорее всего, надо будет кумекать, когда это, потому что здесь вот это должна стоять. Так что такие дела. Ладно, короче, все. Срезаем кусок. Перевариваем сюда, фиксируем его сюда, чтобы крыло выровнялось вот так вот стало. И потом, соответственно, оттуда же беру, вырезаю части крыла и вариваю уже вот здесь вот делаю латку. Ну и здесь латки. Короче, здесь вот это все крыло делаем латками. И потом, соответственно, переходим уже сюда под фарники. Ну или как там их, короче. Срезаем, модернизируем это и это. Проводка будет заходить где-то вот отсюда, по идее. Одна сюда будет вот так вот заходить, а вторая будет дальше продолжать и сюда заходить, но это будет потом отдельно фиксироваться. Так что все хорошо. Так, ну что, вырезал. Кусок уже выкинул в помойку. Вот, все, сейчас вот так вот уже изогнул и сейчас по чуть-чуть пойду чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун. Короче, его делать. Обваривать. Сейчас посмотрим. Что получится. Ну и с одной стороны отсюда получается пойдет зацеп сюда. Вот как раз. Тун-тун-тун-тун-тун. Да. То есть сейчас сначала я обвариваю все крыло, делаю, варю, а потом уже снимаю вот эти, потому что они как бы дают хоть какую-то жесткость и тому подобное. Наверное, я не знаю. Хрен с ним. Сейчас это все обварится и после этого будем разбирать. Так, ну чё? Все, приварил. Хоп-хоп-хоп. Так, внутри тоже, соответственно, тоже все обварил. Это все. В принципе, так, ну, более-менее так форма есть. Это можно дальше рихтовкой доправить. Теперь сейчас начинаем бочину обваривать. Вот сейчас вот здесь вот обварю. Вот это. Сейчас, короче, ее уроню. Посмотрим, что получится. Так, а сюда вот. Вот она, бочина. Вот, я вставку уже вырезал. Вот. Сейчас вот вырезаю. И вот ее вот сюда вот раз. Чунь. И все. И потом вот здесь латочку и вот здесь вот. И, в принципе, ну еще вон там попереду. И все. И крыло готово. Короче, погнали. Что у нас получается? Вот она, латка стоит. Вот латка стоит. Вот латка такая. Вот латка. То бишь, все, крыло вот так вот все выглядит. Все классно. Здесь тоже намертво приварено. А мортер сделал, разобрал. Здесь теперь будет рабочая сторона. Здесь болт поменял, потому что на том болту, соответственно, резьбы не было, поэтому он выпал. Здесь была пружина максимально натянута. За счет этого и подвеска особо и не работала. Поэтому и подложили туда всякую хиромантию, резинку. То бишь сейчас вот в данной ситуации она упирается в ограничитель. Так, дальше продолжаем. Наша задача теперь сделать подфарники. Вот, теперь вот их разобрать каким-то макаром. Не знаю, может быть, буду приваривать их. Может быть, все-таки они будут прикручиваться, сборные. Пока не знаю, пока в раздумьях. Ну, скорее всего,
Они, наверное, будут целиком сниматься или пока не знаю. Короче, не знаю. Вот. Факт в том, то, что проводка, да, будет заходить отсюда снаружи. То бишь она вот здесь вот будет парами распределяться. Вот раз сюда пошла, раз сюда заходит. То бишь заходка будет такая по проводке. Кто помнит восьмерку? Там кто жил у нас? Мыши жили. Сейчас, короче, вскрыл фонари. Ну, короче, все болты, фу, все, накидон, все. Вот так вот выпиливать пришлось. Это. Короче, в восьмерке жили мыши, а здесь в крыле жили пчелы. Колян то, что не привозит, там кто-то все время жил когда-то. Ну, здесь-то уже давно никто не живет, а восьмерки, когда ее пригнали, там все-таки еще жили. Но я выселил. Так что все нормально, сейчас почистим. И дальше будем мудрить. Так, ну что, получается. Вот, сейчас здесь буду как раз вот заваривать, полностью здесь латку накладываю, потому что здесь металл тонкий. Все, можно сказать, от него ничего не осталось. Вот, сейчас нашел полоску как раз, вот. Две полоски отрезаю по длиной по 20 сантиметров как раз. Вот, так, а куда я положил? Кто видел? А, вот. И вот как раз я вырезал, вот она получается. Вот так вот раз, уже выгнул. Она будет вот так вот втыкаться. И, соответственно, вот здесь вот будет прикручиваться. Все, в принципе, она держаться будет нормально. Здесь тоже она привариваться будет. Вот здесь получается вот так вот. Здесь сплошной шов. И вот здесь вот частично будет привариваться. В принципе, держаться будет. Все нормально, все отлично. Короче, если надо будет открутить, здесь будут саморезы. Здесь надо будет рассверлить дырки побольше. А здесь маленькие дырки, чтобы саморез откручивался. И все. То бишь, будет держаться на саморезах. Будет все прикольно смотреться. Так, опа! Задняя уже платформа есть, все отлично, все классно. Здесь вот тоже сейчас вот сделал площадку, то бишь лист металла. То бишь все обработано, все нормально, все отлично. Потому что там же все гнило, все в дырках, поэтому проще сделать вот так вот, завариться и не заморачиваться. И крепление сплошным прямо швом. Завариваю. Чтоб хрен кто разобрал. Короче, это индивидуальное крыло, таких крыльев ни у кого не будет. Эксклюзивное крыло, короче. Фонарики, фонарики, фонарики. Все, все отлично, все классно. Смотрится вообще шикарно, бомбично. Ну, саморезики эти, конечно, подкрасятся потом. Так что нормально, когда она соберется, саморезики покрасятся. Так что не волнуйтесь. Они будут, они, по-моему, это у нас ржавейка. Я их замочу, чтобы они не гнили. Вот, и они будут шикарно. Они здесь плюнутся, все будет хорошо. То бишь, они будут открашены. Не волнуйтесь. Блин, смотрится, кстати, очень шикарно. Очень шикарно. Вот даже с этой стороны, если смотреть, очень шикарно. Дорого-богато. Точно, такого крыла ни у кого нету. Как говорится, глаза боялись, а ручки-то вот они, все сделали. Все, короче, сейчас, что, план действий, сейчас, наверное, закончу, больше делать ничего не буду, потому что времени уже все трындец.